Дорогие друзья, большой-большой привет! Сегодня готовим простой и быстрый заливной пирог с потрясающе вкусной, сочной начинкой. Давайте сначала приготовим начинку. На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла и отправляем обжариваться 250 грамм шампиньонов. Предварительно я их уже вот так не очень мелко нарезала. Обжариваем на среднем огне, пока не испарится вся влага. Ну вот, влага уже почти вся испарилась, грибы начинают поджариваться потихоньку, уже жариться начинают. И теперь я добавляю рыбу. Рыбу можно взять любую, у меня это треска, я вот нарезала уже такими небольшим кубиком. Идеально подойдет, например, красная рыба, горбуша или семга, вообще будет суперско. И теперь обжариваем вместе в течение, ну, примерно 5 минут. Солим и перчим по вкусу. Добавляем нарезанный зеленый лук. Зеленый лук, в принципе, можно заменить и на репчатый, но тогда его нужно добавить перед рыбой, обжарить вместе с грибами. И вместе с зеленым луком теперь обжариваем буквально еще одну минуту и снимаем с огня. И осталось добавить 2 яйца, сваренных вкрутую. Я натерла их на крупной терке. Начинку пока отставляем в сторону, займемся тестом. Для теста заливного нам понадобится мука 160 грамм. В муку я добавляю 3 чайной ложки соды и прямо здесь тщательно размешиваю. Тесто у меня будет совсем тоненькое и сама форма у меня чуть меньше 20 сантиметров. Вот поэтому, если сама форма больше или тесто хочется побольше, то смело можно увеличивать количество ингредиентов вдвое. В миску вбиваю одно яйцо. Добавляю 3 чайной ложки соли, чайную ложку сахара, немножко взбалтываю и добавляю 180 мл кефира. Все ингредиенты у меня, кстати, комнатной температуры. Сюда же столовую ложку растительного масла и всыпаем муку. Замешиваем тесто. В итоге должны получить вот такое тесто без комочков, тесто как на оладьи. Я на даче, бездуховочный человек, поэтому буду выпекать в мультиварке. Мультиварку я смазала сливочным маслом и на дно отправляю примерно половину теста. Как я уже сказала, у меня тесто будет совсем-совсем мало. Тоненькое будет тесто и побольше начинки. Разравниваю. Выкладываю начинку и сверху вновь тесто. Аккуратненько разравниваю. Ну и теперь отправляем кто куда, кто в духовку, кто в мультиварку. Я отправляю в мультиварку на режим выпечка минут 40. Так, вот пирог готов, у него наверху он в таких пузыриках, уже немножко постоял, я могу руками брать, переворачиваю, а тут еще горячо. Пирог получается мягким, нежным, очень-очень вкусным, как в горячем, так и в холодном виде. Попробуйте приготовить, я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока, увидимся.